Быстро перехожу к следующей теме. Это Bentley Synchro. Bentley Synchro у нас направлена как раз на стройку. В принципе, цифровое строительство у нас сейчас считается таким трендом, как строительство будущего. Да? Прежде чем говорить о будущем, давайте посмотрим на настоящее. Вот по данным различных авторитетных компаний, в среднем строительный проект на 20% превышает график. Также исследования показывают, что до 80% всех крупных проектов в мире выходит за рамки бюджета. И это независимо от страны, где он реализуется. Как бы это всеобщая глобальная проблема. При этом в строительстве используется около 4% данных, и только 12 часов в неделю тратится на попытки найти эти данные и как-то их структурировать. Также среди проблем современного строительства является то, что довольно популярными инструментами остаются по-прежнему 2D-чертежи и Excel. Большинство проблем на площадке решаются с задержкой. В среднем по проекту нужно управлять более чем 2 миллионами документов и 6 миллионами задач. Когда руководитель проекта определяет, что проект где-то не контролируется и где-то какие-то ошибки, бывает часто уже слишком поздно. Synchro предлагает портфель комплексных программных инструментов, которые позволяют исключить вышеупомянутые проблемы. Например, Synchro Field – это мобильная среда управления строительством для передачи наиболее актуальной информации прямо со строительной площадки, и эта опция доступна даже в автономном режиме. Она позволяет обмениваться проектными данными в режиме реального времени, оперативно вносить данные, полученные на строительной площадке, управлять непредвиденными ситуациями с помощью функционала задач. Также есть специальный инструмент Synchro, который позволяет проанализировать данные строительных работ, проанализировать логистические и другие вопросы, а также вопросы о местоположении тех или иных объектов строительства с привязкой к местности. «4D-планирование» повышает безопасность, надежность, предсказуемость и качество сложных строительных проектов. Здесь нам доступны такие возможности, как рассмотрение технологичности проекта, моделирование 4D-графика строительства, визуализация данных в модели строительного объекта. Работа с цифровой моделью строительства в режиме реального времени позволяет нам улучшить коммуникацию и увеличить производительность за счет заранее выявленных потенциальных проблем с графиком. Также у вас появится возможность многократно использовать эти данные в своих рабочих процессах. Попросту говоря, вы сможете оцифровать свои процессы управления строительством и исключить те ошибки, которые приносят часто убытки на стройках. В завершение хочу рассказать один из примеров, как строилась Coca-Cola Arena в Дубае. Это единственный в регионе универсальный крытый комплекс такого размера. Благодаря Synchro совещания о ходе работы были сокращены с 3 часов до 45 минут, что позволило в целом сэкономить 544 часа рабочего времени. Согласитесь, это впечатляет такие данные. Также Synchro улучшил управление временем команды на строительство и доставку стальной конструкции, сэкономив около 2 недель и соответствующие затраты. На этом я вот постарался вложиться в регламент.
На этом краткий обзор закончен. Есть у нас тоже выделенная линия почты для общения по теме Bentley. Это bentley@softprom.com. Вы можете написать все вопросы туда. Также сейчас можете какие-то вопросы в течение сегодняшнего дня задавать. И мы открыты для общения.